да, он держит дуалину, здесь он меня толкает. Многие что делают, да, ну обычный ахилл. Падает, отдает позицию, кто-то встает, не додел. Этот же обратный ахилл делается и здесь. Я здесь, допустим, с ним борюсь, где-то эту ногу подтаскиваю сюда, переношу, делаю, да. То есть я делаю как становую тягу. Я не спиной тяну, я подсаживаю, и у него защита какая? Защита единственная, он поднимает таз. Я переношу ноги сюда, делаю как бы квадрат и прохожу. То есть раз, па, или сделать. То есть это быстро. Ну ахилл, это в общем-то как бы быстрый прием. Да? Ну, можно его вытягивать долго и медленно, но лучше его сделать быстро. Даже если он не сдается, если он неожиданности там, а, ай, в принципе это сигнал судье, знаете, звуковой, для того, чтобы он толкает в эту ногу. Раз, два, а. Если он встает, поднимает так. Перенесли. Зафиксировали. Пошли. Хорошо, на сегодня все. Хорошо, взяли пару, начали бороться.